сказал, а вот в конце должны появиться пионеры и как-то вот воздать должное. Я так и не понял, кому. То ли Хаме, то ли самому Гоголю. При чем тут пионеры с красными галстуками? Серьезно, совершенно на уровне главка писали сценарий, в котором пионеры что-то говорят о Хаме и говорят о том, что он был пьяницей.